Лето – время трудиться. Весь год эти ребята провели за школьной партой, а вот в законные каникулы решили немного заработать. Ярмарка вакансий для молодежи собрала в областном центре трудовые отряды со всего региона. Привезли самых трудолюбивых, рассказывают организаторы. В торжественной обстановке им вручили трудовые книжки с самой первой записью. Они смогут пообщаться с представителями работодателей на предмет той профессии и той работы, которая на предприятиях есть, с представителями учебных заведений, пройти экспресс-тестирование и компьютерную диагностику по выбору будущей своей профессии и специальности, потому что это очень и очень важно. Принять участие в тех мастер-классах, которые сегодня здесь организованы. Аня в сентябре идет в 9 класс. Летом она работала в парке Харинка, занималась благоустройством зеленой зоны. С будущей профессией девочка уже определилась. Я хочу стать журналистом, но для этого надо много трудиться. И поэтому в этом году я решила поработать, испытать себя, на что я способна и правильно ли я сделала выбор. Правильно ли Аня сделала свой выбор, ей помогает разобраться инспектор Фурмановского центра занятости населения Елена Кравченко. Она проводит для ребят специальное тестирование. По этому тесту определяются интересы и склонности ребенка, то есть что он хочет. Также определяются способности, то есть ребенок сам себя оценивает, что он может. И если он объективно относится к этому тесту, объективно оценивает себя, то тогда этот тест первоначально помогает. Тест определил у Ани творческий тип личности, а значит, журналистика – вполне подходящий выбор. Подобные ярмарки для подростков очень важны, считает студентка Кохомского индустриального колледжа Мария Черкасова. Это сейчас она точно знает, что в выборе не ошиблась. Создание подобных лакомств никогда не превратится в рутину и нелюбимую работу. Но очень важно, чтобы на распутье кто-то подсказал. Когда я была в 9 классе, у меня было предположение, что я пойду на повара. И к нам приехали как бы с презентации из колледжа, и я выбрала то, что я пойду в этот колледж на повара. Всех участников ярмарки по итогу мероприятия ждал подарок. Они смогли посетить роллер-дром и хоккейную площадку, уже профессионально сориентированные. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.